Около 120 лет назад между Махачкалой и Дербентом появилась железная дорога. Жизнь многих людей изменилась коренным образом. Теперь предметы быта и профессиональные инструменты машинистов и кондукторов, а также фоторепродукция представлены на выставке «Железная дорога и город» в доме Петра I. Подробности в сюжете Карины Баталовой. Здесь представлены старые фотографии Дербентского вокзала и его работников. Люди и места, которые увидишь теперь только на изображении. Это иная одежда, иные схемы пути и даже планы направления Дербентской ветки. Экспозиция охватывает дореволюционные и советские периоды. На нашей выставке представлены экспозиции с музея Махачкалы, музея истории Махачкалы и экспонаты нашего Дербентского железнодорожного музея. 25 октября 1898 года в 1:20 пополудню первый пассажирский поезд промчался через Дербент. За это время сменилось не одно поколение железнодорожников, но каждый работник вписывал собственную страницу в историю Дербентской железной дороги. В Дербенте я работал дежурным по станции, дежурным по парку, заведующим грузового двора, инженером станции. Потом последние 27 лет непрерывно работал я начальником железнодорожной станции возле Дербента Араблинский. Организация выставки – это огромная работа. Спасибо инициаторам, отделу культуры. На выставке также присутствовали учащиеся железнодорожного колледжа Дербента, которым только предстоит пройти через весь этот нелегкий, но интересный путь. Я еще с детства мечтал заняться железной дорогой, всегда и играл в железную дорогу. Я понял, что железная дорога является основой всей экономики страны, каждой страны. И без железной дороги тяжело представить нашу современность. Посетители выставки также смогли насладиться оперным пением и зажигательной лезгинкой в исполнении профессиональных танцоров. А для юных жителей города провели мастер-класс по изготовлению вагончиков своими руками. Карина Баталова, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Дербент.